что за Старый камыш, бутылки, бумага и пакеты. Мусор на берегу стал привычной картиной. Сделать набережную чище вызвали студенты и общественность. Все они вышли трудовым десантом на уборку пляжной зоны. Тем самым поддержали республиканскую акцию «Чистые берега». Цель у нас одна – навести чистоту и порядок. И чтобы наше население, которое даже сейчас вот находится на пляже, которое отдыхает вечерами, да, чтобы поменьше мусорили. К акции подключились активисты Общественного народного фронта. Все вместе с пакетными мешками они прошли несколько километров вдоль берега. Собранный мусор вывозил специальный транспорт. Эта же акция не просто так проходит, это же народ видит. Он же сам, те же люди, которые сюда приходят, их больше и больше становится, они же сами тоже отдыхают. Они делают кому-то замечание, сами лишний раз не выкинут, потому что они сами убирают за другими мусор. Не оценили труд волонтеров только сами отдыхающие. Уже сегодня пляж вновь завален нечистотами. Пакеты, одноразовая посуда и другой мусор вновь нашли свое пристанище на берегу. Видимо, до следующей акции.